Друзья мои, родные сердца, легендарный телег-тренер, друзья, приветствую нашу дружную, огромную, международную семью людей, которые путем собственного саморазвития меняют этот мир в буквальном смысле слова. Друзья, сегодня у нас четверг, 16:00 по Москве, и у нас сегодня открытое событие. Презентация нашей новой индустрии Суперджам, то есть, да, про которую мы рассказываем, то есть, да, делимся, что такое Суперджам, что такое быть интег-тренером, и то есть, какие возможности сейчас для предпринимателя, для лидера в онлайне, на весь мир делимся. И не зря я назвал так, ребята, мы приветствуем нашу дружную, огромную, международную, всемирную ассоциацию, да, интег-тренеров Суперджам. У нас действительно в ассоциации весь мир, и даже вот заметьте, у нас появилась такая вкладка, такая вот языки, видите, да, то есть вот посмотрите на компьютер у себя, вот язык выбрать можно. Сегодня у нас идет трансляция на два языка мира, то есть, да, получается у нас на монгольском языке сейчас переводится и на русском, туда можете провалиться, если вы с телефона можете нажать на три точки, тоже выбрать язык, если вот на русском, чтобы вас вещало, то есть сделайте русский, потому что у некоторых может пойти на монгольском. Звук хорошо, то есть, да, чтобы вы понимали, то есть, да, сейчас вот настройку такую сделали, и там у нас ребята на монгольский рынок, на монголом, ребят, нашим интег-тренерам переводят, не только переводят на Монголию, они там и на Китай переводят сейчас, и на Японию, то есть, и на Южную Корею, то есть, да, идет вот трансляция на весь мир. Сейчас уже участников сколько у нас, 460, и это растет. Я думаю, сейчас еще прирост будет. Итак, друзья, всех вас приветствую. Сегодня у нас здесь собрались интег-тренеры. Естественно, гости, друзья наши, соратники, которые пришли послушать, что такое Суперджам, что такое быть интег-тренером, и кто такие вообще интег-тренеры, что такое Суперджам, да? И вот смотрите, в чем суть. Немножко про себя коротко скажу, так вот в конце я побольше расскажу обязательно, да, в конце. Меня зовут Роберт Ра, я являюсь одним из основателей Всемирной ассоциации интег-тренеров Суперджам. Стою у основ этой индустрии, то есть новый. Сам Суперджам, что скажу про Суперджам? Суперджам – это новый подход, новая философия, новая педагогика, вообще новый подход вообще в сфере развития лидерских качеств, счастья человека, энергии человека. То есть вот что такое Суперджам. Это не психология, не коучинг, не NLP, это новая вообще философская, ну, новая педагогическая максима вообще, которая родилась в 2019 году и которую мы сейчас развиваем в онлайне. Профессия интег-тренера – это онлайн. Что такое профессия интег-тренера? Что такое быть интег-тренером? Это онлайн, ребята. Это фриланс. То есть это онлайн-бизнес, это фриланс. Да? Быть интег-тренером – это взрослый педагог. Это ментальное образование, это ментальное здоровье для человека. Быть интег-тренером – это юридическая налоговая легальность. То есть мы оплачиваем налоги, работаем в белую. Интег-тренер – это нет никаких границ по доходу. Доходы просто, ну, достойные, ребята. И они растут и растут. То есть, да, в ассоциации… Друзья, и еще нет никаких границ по развитию твоего бизнеса. Бизнес международный, и будучи в любой стране мира, ты можешь вести этот бизнес и зарабатывать с любой страны мира в области образования, в области развития человека. Вот что такое быть интег-тренером. И сегодня у нас будет мероприятие, оно пройдет буквально где-то в районе часа, я думаю, мы за час управимся, то есть быстро, да? У нас будет еще два спикера, то есть, да, обязательно я пригласил наших интег-тренеров, одних из ведущих интег-тренеров, которые тоже расскажут про себя. У нас такая сегодня будет добрая, теплая, такая дружеская встреча, друзья, то есть, да, мы всегда именно только так, то есть, да, встречаемся, говорим всегда сердцем, ребята, не приукрашиваем, не привираем, ребята, то есть, да, не прибавляем, ребят, просто от сердца. И еще, у нас еще такое правило в ассоциации, мы никогда не говорим о политике, никогда не говорим о религии, то есть, да, только говорим о том, что такое Суперджам, кто мы такие, рассказываем, делимся, то есть и дружим. И, друзья, поэтому, друзья, давайте немножко такую игру проиграем, ребят. Поставьте, пожалуйста, ребята, сердечки, огонечки, лайки, ребята, чтобы сегодня сердцем, говорит, ребят, поделитесь, пожалуйста, вот улыбками своими и включайте камеры, чтобы вас было видно. Все, вижу, все, особенно Монголия включается, ребята, лайки, сердечки. Вот они любят еще так показывать, вот так. Замечательно, люблю, когда так начинают показывать, здорово вообще. И сейчас еще перевод еще идет так вот, раз, вот прям в реальном времени, так это здорово вообще, когда уже можно вот так вот коммуницировать, когда вот так вот развиваются команды. Вот, друзья, и давайте еще в тот момент, что вот мы с вами международная компания, напишите, пожалуйста, кто с какого города, кто с какого региона, с какой страны, ребят, чтобы посмотреть, то есть какая у нас здесь география, друзья. Чтобы, вот я говорю не голословно, чтобы откуда мы, то есть, да, ребят. Так, включайте комментарии, смотрите, тут Якутск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Махачкала вижу.
Москва, там, Санкт-Петербург, Ижевск, Казань. Так, Минск вижу, друзья. Уфа, Краснодар. Дагестан есть у нас здесь. Присутствует. Улан-Удэ, Сочи, ребята. Казахстан. Так, все, вижу. Алматы, Германия. Дальше, Иркутск вижу еще раз, да, то есть пролетел еще раз Иркутск. Так, Улан-Удэ. Ну, естественно, ребята, у нас здесь и Монголия, то есть, да, ребята, Улан-Батор у нас здесь присутствует. Рига вижу, то есть, да, Токио с нами здесь, да, Молдова. Воронеж, ребят, ну, вот смотрите, весь мир. То есть, да, весь мир, ребят, если сейчас еще посмотрите, я сейчас еще не успеваю всех просматривать. Зайдите, пожалуйста, в комментарии и просто посмотрите этот длинный список большой, кто с какого региона, с какого города, с какой страны. И вот сегодня у нас очень много гостей здесь, ребят, гости. Друзья, поставьте, пожалуйста, вот кто гости пришел, кто вообще первый раз сюда пришел, кто еще не проходил тренировку в Суперджам, кто не знает, в принципе, что такое диктейт. Просто, ребят, чтобы проявиться вот так вот, подружиться, ребят, поставьте, пожалуйста, сердечко. Вот у вас есть возможность вот нажать, вот, на, вот есть вот реакции, комментарии, и вот так поставить сердечко, ребят. То гости, ребята, то есть поставьте сердечко, ребят, чтобы прям познакомиться вот так, чтобы вас видно было. Можно в комментариях, да, тоже поставить. Ребят, я гость, пришел, приехал, то есть посмотреть, послушать вас. Будет очень здорово, друзья. Все, вижу, вижу, пошли сердечки. Вот именно, друзья, для вас мы сегодня здесь собрались вот так в теплой дружеской обстановке поговорить, пообщаться, хорошо? Итак, друзья, давайте я буду передавать слово нашим сегодня спикерам, а это мои близкие друзья. Это, ну, как все наши здесь тренеры, друзья. Да, сегодня я их пригласил для того, чтобы они рассказали, поделились своей историей, то есть поделились своей историей. В конце еще очень важно, вот дам вам обещание, пройдя все, ну, то есть послушав всех, ребят, я вам дам обещание, что вы увидите, услышите путь, такой путь, как вы можете сейчас в онлайне увеличить свои доходы, x2, x3 сделать и даже x10. Увеличить свои доходы. То есть, и это реально, это возможно, ребята. То есть, да, и при помощи чего? То есть, да, это будет все в конце. Хорошо? Вот вам даю такое большое обещание. Все, ребят. И давайте я сейчас буду передавать слово. И я передаю слово. Так, Евгений, включай микрофон. У тебя есть возможность включить микрофон? Включайся. Передаю слово Евгению Ивашко. Евгению Ивашко, это город Сочи, ребята, да, интеллект-тренер 8-го ранга, у нас есть такие понятия, 8-й ранг, суперинтеллект-тренер. Я сейчас думаю, Евгений сам побольше, в подробностях расскажет, как он попал в Суперджам, что произошло, то есть про себя, такая вот будет дружеская беседа. Все, Евгений, тебе слово, родное сердце. Друзья мои, всех вас приветствую, спасибо тебе, Роберт, величайший мой наставник, мой друг. Вот, мой соратник, что предоставил такую возможность рассказать о том, как я вообще стал интеллект-тренером, как сказать, ну, так сказать, докатился до такой жизни. Вот. Коротко о себе расскажу. Мне 52 года всего лишь на сегодняшний день. Вот. Сам я родом из Солнечной Сибири, это вот Иркутская область, там Красноярский край. В Красноярске там долгое время мы жили, поживали, добра наживали. Там мы нажили 5 детей, у меня 5 замечательных таких дочерей, королевы, вот, и 3 внуков у меня еще. Вот такой я богатый на сегодняшний день мужчина всего 52 года, но уже, друзья, занят. У меня есть любимая, вот, мы с ней много-много лет счастливы, вместе вот это все добро наживали. И что сказать, друзья, в Суперджамп вообще мы пришли на доверие. На доверие кому? На доверие к своему, ну, другу, да, человеку, которого мы знаем уже больше 20 лет. Это Степан Кучеренко, многие его знают, да. Вот он нам просто посоветовал пройти вот такую тренировку, вот, и мы ее прошли. Но до этого момента, а этот момент наступил в апреле месяце того года, мы здесь уже вот чуть больше года, да, вот. Но до того момента, друзья, вот мое личное состояние, да, я думаю, что как это состояние сейчас, ну, наверное, миллиардов людей на планете нашей прекрасной Земля, да, оно, знаете, было какое? Это было такое состояние стагнации, состояние какого-то страха, да, непониманий, что будет дальше, да, что мне лично делать дальше, чем мне заниматься. И вот смотрите, я как бы видел, да, что в интернете,
Есть замечательные люди, которые, как говорят, это бизнес в онлайне, да, занимаются. Но я лично не понимал, ну как это там чем-то заниматься, да? Это надо где-то обучиться, то есть кому-то заплатить. Где, сколько, то есть вот в моей голове это вообще не складывалось, да? Ну и само состояние, да, когда у тебя нет энергии, нет желания, да, вот в этом состоянии, чем вообще можно заниматься, друзья? Я это состояние называю, вот, пустой как барабан, да? Все, ну, как этим состоянием, этим невозможно чем-то заниматься, это не принесет никакого результата. Вот, и наш друг, значит, Степан Кучеренко нам просто порекомендовал, говорит, пройдите вот такую тренировку, ментальная тренировка, значит, мы пришли в апреле месяце того года, прошли с моей любимой вот такую ментальную тренировку, и знаете, я пришел сюда, ну, знаю, ну, с полным недоверием. Я смотрел на это все с таким, знаете, каким-то сарказмом, да, первый день, там, второй день вот этой тренировки. Думаю, ну это вообще что за детский сад какой-то, да, вот, ну не серьезно, ну я серьезный дяденька, да, чего я только не видел в своей жизни, даже сам кого-то учил, да, ну 5 детей выучил, вот. Но потом, знаете, произошло чудо, вот реально, да, происходит чудо, когда я стал понимать, что во мне что-то происходит. Вот мое состояние, я, знаете, перешел такой, вспомнил вот это свое личное состояние. Я думаю, что каждый из вас помнит это состояние. Вот сейчас давайте вспомним, когда нам было по 16-20 лет. Вот какое у нас, да, было состояние, а, друзья? Ого, весь мир, да, передо мной. Все, побегу, значит, у меня до 2 часов ночи там свидание. Все, в 9 я уже там сижу, это типа учусь, да, где-то. Энергия, да, друзья? Туда поеду, сюда поступлю. Все, весь мир перед ногами, да? Вот это вот состояние энергии. И здесь я его, да, на тренировке полностью, то есть, да, вспомнил. Вспомнить, да? Есть такое хорошее выражение – вспомнить будущее. Не только прошлое, да, но еще и будущее вспомнить. И уже на самой тренировке, да, мы с моей любимой, мы поняли, что это, вот эта методика простая, да, она, во-первых, она работает на 100-1000%. И еще следующий момент, да, что мы поняли, что она нужна не миллионам, а миллиардам людей. Вот сейчас, именно в этом состоянии, да, когда по современному человеку вот эта вот информация, какие-то события, то одна там пандемия, то там вторая, да, вот сейчас какую-то следующую ждут. Все это, когда прокатывается, человек переходит в вот этом состоянии. Он сейчас находится, современный человек, у него нет энергии. Энергии нет. Он знает, где телефон зарядить, он знает, где машину заправить, но где для себя найти энергию, он не знает. И вот здесь мы увидели этот именно продукт в этой уникальной методике. И все, мы приняли этим заниматься, решение. Сказали, все, вот, мы нашли свое и будем заниматься только этим. И вот смотрите, мы в течение, да, уже, ну, год, да, мы занимаемся вот этой уникальной методикой. Я с моей любимой, мы, так сказать, без остановки постоянно проводим вот такие интеллект-тренировки. Вот, друзья, уже этими стихами заговорил. Представьте, да, какое развитие. То есть провожу вот такие интеллектуальные тренировки. Развиваю свой личный университет в онлайне. Без всяких офисов, без всяких, знаете, зданий, каких-то аренды и всего остального. Он называется Суперджам. Суперджам, друзья, по всему миру этим мы занимаемся. И вот смотрите, я вам сейчас просто приведу, да, такой пример. На себе лично. Вот у меня есть, ну, я как бы поддерживаю, да, идею общую, да, идею, вот эту нашу сверхидею спасти человечество от самоуничтожения с помощью нашей вот этой простейшей методики. Но у меня лично еще есть моя такая сверхидея. Я вот знаю, что у Роберта есть тоже своя, да, а у меня есть своя, друзья. И знаете, она как у меня, в чем она заключается? Я хочу, чтобы моим именем названа была школа номер 27 Усольского района Иркутской области, где я учился до 8 класса. Вот. Не тем именем, как она сейчас носит, там какого-то маньяка, революционера. Вот. Нет, это имя ей не подходит. Вот чтобы моим именем назвали интеллект-тренер Евгений Ивашко. Так вот, смотрите, друзья, знаете,
А я так про себя подумал буквально недавно, думаю, а моя очередь, а достоин ли я, чтобы вот, ну, моим именем, да, названа была эта школа? Что я делаю? Насколько я, да, эффективнее в этом мире? И вот смотрите, я зашел на сайт этой школы, вот где вы учились, зайдите тоже для интереса. У каждой школы сейчас есть сайтик такой, ну, небольшенький. И я посмотрел, что вот эта школа, да, 27-я, в поселке Белореченский, там такой у нас поселок городского типа, каждый год она выпускает новых учеников, там 11 классы, 220-225 человек, друзья. Так вот, смотрите, я по своей инициативе год назад решил заниматься этой уникальной методикой, которая просто приносит колоссальные результаты. Я лично за этот год вот свой адрес, ну, за 50 лет не слышал столько благодарностей. Спасибо, спасибо, благодарю, благодарю, да. Люди плачут, понимаете, мужчины здоровые плачут здесь, получая вот этот результат колоссальный, да, отказываются от самоубийства, отказываются от антидепрессантов, сидят много лет на этом. Понимаете, от таких деструктивных мыслей жизнь меняется по-новому, начинает играть новыми красками. Так вот, смотрите, эта школа всего 220 учеников выпустила за год. А я, вот сейчас в мае месяц, там опять будет выпускной, опять всего 220. А смотрите, я, вот у меня в кабинете стоит цифра, за этот год, друзья, 4075 учеников прошли вот через эту методику, благодаря просто моей инициативе. В мае месяце того года, друзья, понимаете, это под, просто по цифрам, это же эффективнее. Так вот смотрите, там выходят ученики, да, и говорят, а куда нам идти дальше, а чем нам заниматься, этот мир страшный. Он, да, несет какие-то непонимания нам. Так смотрите, а здесь у меня за этот год ноль противопоказаний, друзья. Вот благодаря этой методике. Поэтому, ну, вот занимаюсь только этим, да. Доходы, друзья, только отсюда, только от Суперджампа. От этого университета по всему миру. Ученики уже в Америке, в Мексике. Я Европу даже не беру, да. А я этим сижу вот здесь дома. Я как шучу, вот футболочку одел, все, я, так сказать, в деле. Сейчас футболку сниму, вот этот поло, да, все, пойду заниматься своими делами величайшими, друзья. Ну и что сказать еще, да, вот сидя так в онлайне, не имея офисов, нигде товар не покупаю дешевле, дороже не продаю, да, логистики никакой, весь товар у меня здесь, я его передаю, так сказать, от человека к человеку, от сердца к сердцу. И вот здесь, да, за год, друзья, с нуля, получив новую совершенно профессию, вот она у меня на груди, ношу ее с гордостью в районе сердца, мы здесь заработали, вот я в семью, да, мы принесли больше 15 миллионов рублей. Друзья, ну я не знаю, ну где это еще можно сделать? Просто вот в интернете. А у меня был запрос, понимаете, год назад у меня был запрос. Где, что, чем мне заняться? Ведь я же гениальный, друзья. У меня столько знаний, у меня такой опыт. Ну, 50 лет, понимаете, друзья. А последние 6 лет я занимался тем, что вот таксовал здесь, в Сочи. Но не потому, что я любил это дело, эту профессию. Я смотрел, но не было ничего достойного для меня, понимаете. Какие-то схемы, да, там финансовые, какие-то инвестиции, криптовалюты, я не знаю, баночки и все остальное, да. Ну, да, это имеет смысл, ну, как бы в этом мире, да, это, наверное, тоже нужно. Но это не столько важно, да, чем вот здесь занимаюсь лично я. Вот так сказать, ну, друзья, коротко о себе, да. Всем я вам только хочу от себя пожелать, да, вам и вашим близким еще больше улыбок на ваших прекрасных лицах, на лицах ваших родных, ваших соседей, друзья. Это очень важно, чтобы соседи улыбались, да, чтобы они были довольны. Ждали вас, когда же вы выйдете выносить мусор, друзья, когда вы пойдете в магазин с улыбкой, как солнце, да? Вот так мы, друзья, здесь развиваемся и меняем этот мир только к лучшему. Чего и вам желаю, вот, обрести здесь себя. Еще хочу сказать, что вот кто новый пришел, да, сейчас здесь, если присутствует, так сказать, первый раз, однозначно сюда никто просто так не попадает, друзья. Случайно не бывает, случайно это лучи сошли. У вас, значит, был такой же запрос, как и у меня. Может быть, на улучшение отношений, может быть, на изменение своего финансового положения. Может быть, вы хотите, знаете, здоровье свое поправить, физическое, да, или ментальное здоровье.
А все, что в ментальном, ну, неизбежно перетекает в наш вот этот физический мир, друзья. Рассмотрите обязательно, чем здесь занимаются вот такие вот улыбающиеся люди, друзья. Все, я всех вас обнимаю, не буду занимать ваше драгоценное время. Передаю этот микрофон величайшему Роберту, моему другу, наставнику и соратнику. Друзья мои, давайте поаплодируем Евгению Ивашко величайшему. Ура! Так охота и сказать такой высокой ноте. То есть, да, вот так вот отпрезентовал, рассказал от души, от сердца. Я скажу так, у нас здесь гости же есть, и вы слышите таки, да, величайшему, легендарному, неповторимому, да, вот такие высокопарные вроде слова такие, да, вы слышите, но так как мы взрослые педагоги, мы учителя, мы то есть занимаемся ментальным образованием, а что такое ментальность? Это мысли, это чувства, это слова. И мы знаем толк в словах, друзья. Потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому из нас вот эти вот педагогические приемы, которые мы применяем в тренировку Суперджамп, они так и льются, ну, не могут остановиться никак. То есть, да? И поэтому вы это слышите, иногда режут уши, когда некоторые первый раз приходят, что происходит? Почему так? Почему такие слова, друзья? Яркие, очень сильные. А они действительно сильные, потому что слово можно и убить, слово можно и возродить. Правильно? Слышали такое? И слова поэтому очень важны, и поэтому нужно научиться быть очень осознанным в этом направлении, быть ментально образованным, быть ментально здоровым и нести это в свою семью, в свою страну, друзья мои, давайте во весь мир. Это очень важно. То есть, да, начиная с себя, естественно, начиная с себя. А, друзья, и еще скажу, что интеллект-тренером здесь у нас становятся многие ребята с разных профессий, предприниматели, вот как сегодня Евгений выступал, таксист, таксовал, то есть, ребята, да, очень много приходит сетевиков, предпринимателей, традиционный бизнес, коучи, психологи, разные духовные практики, пчеловоды у нас есть, бухгалтера, юристы, хирурги, которые стали интеллект-тренером. Все нашли свою причину стать интеллект-тренером. Почему? Потому что, ну, во-первых, это доход, онлайн-доход, свобода, можно путешествовать, передвигаться. То есть многие хотят вот именно уйти в онлайн, быть свободным. То есть деньги достойные, как вы услышали, да, от Евгения. В среднем Евгений зарабатывает сейчас 1 000 000 рублей в месяц. 1 000 000 рублей в месяц, то есть, да, вот с этой индустрии, то есть с образования, то есть чистыми. И оплачивает с этого налоги, то есть, да. Чистыми, это не оборот, ребята, это, да, при этом нет никаких офисов, ничего, то есть, да, и каждый может выйти на такой доход здесь, у каждого есть такая возможность, то есть, да, бизнес-технология наша, она позволяет, методика Суперджамп тоже сама позволяет, и вот у нас сейчас приходят, ребят, почему все приходят, хирурги, вот, допустим, да, вот, ребят, приходят из, то есть, медицины, потому что они начинают понимать, что Суперджамп оздоравливает, вообще Суперджамп, корневая система появления Суперджампа, это оздоровление человека. Здоровый человек. И поэтому, когда много проходит у нас тренировок Суперджамп, некоторые выходят из, знаете, у кого-то был псориаз, он выходит из этого состояния, то есть псориаз заканчивается, сахар улучшается, ребят, таких очень много, ребят, то есть у нас, кто в комментариях, ребят, напишите, у кого такое было, кто сахарный диабетик, у вас сахар в норму пришел. Очень много таких историй, как люди слазят с антидепрессантов, выходят гарантированно из депрессии, оздоравливаются в буквальном смысле слова, начинают жить полной, яркой, счастливой жизнью. И вот это дает сама методика. Ну, а бизнес-технология, которую мы применяем, она позволяет педагогу, наставнику, обыкновенно, то есть ментору такому, да, то есть, да, помогая людям на этом зарабатывать достойные деньги. И это все в онлайне. Итак, друзья, давайте буду передавать слово дальше. То есть, да, уже охота мне представить, очень быстрее представить Елену Барк. Это город Набережные Челны, Республика Татарстан. Супер интеллект-тренер 6-го ранга, как у нас говорит, да? Елен, тебе слово, родное сердце. Расскажи свою историю. Я вас приветствую, дорогие мои величайшие друзья. Благодарю тебя, что ты пришел. Пришел для того, чтобы открыть для себя что-то новое, новые возможности, да, новую профессию. Услышать то, что, может быть, сдвинет тебя, да, с точки, с определенной. У нас всегда есть точка А, и мы всегда стремимся к точке Б. Если в твоей жизни пока нет точки Б, она у тебя сегодня может появиться, если ты будешь внимательно слушать и вдохновляться всем происходящим. Я тебя приветствую. Мое имя Елена Барк, я из города Набережные Челны. Да, у меня есть, если да, Евгений пришел
состоянии поиска, стагнации, там, да, каких-то там моментов, да, определенных. Я пришла сытая, я пришла довольная, я пришла богатая, у меня есть линейный собственный бизнес, да, у меня трое детей шикарнейших, величайших, замечательных. И вообще до суперджампа я всегда занимаюсь спортом, такая, да, девушка в тонусе, я бы сказала. И до суперджампа, в принципе, я думала, что я абсолютно счастливый человек. И 31 марта, да, то есть в марте я хожу того года и думаю, вот создаю прямо, так хочется вот больших денег, команду, вещать, отдавать. Но в тот момент я совершенно не умела ни вещать, ни отдавать ничего, да, то есть я сейчас про это расскажу. То есть, и, соответственно, 1 апреля я вовлекаюсь в процесс суперджамп, сразу вхожу в состояние мастера, да, и начинается мой суперджамп. И, конечно, как и Евгений сказал, что первые 3-4 дня идет триггер, величайшие, легендарные, потому что мы не позволяем себе этого наречения, да, мы какие обычно? Ну, такие симпатяшки, там, пампушечки, да, там, красивушечки, но никакие не величайшие, не легендарные лидеры. Да, как говорится, корабль поплывет, назовешь, так он и поплывет. И вот я провалилась в это состояние. С 4-го дня начался мой суперджамп поистине. И успешно, когда я стала ведущим интеллект-тренером уже, да, то есть это была середина июля, то есть с 1 апреля мой первый суперджамп, и только в середине июля я начала вещать, потому что для меня это казалось так непросто, говорить много в потоке, да, зарабатывать. То есть в эти моменты мне казалось, что это непросто, а все оказывается просто. И на тотально 24/7 изменилась моя жизнь, да, из состояния кажущейся счастливой женщины я превратилась в настоящую счастливую женщину, девушку, да. И сейчас моя жизнь поменялась вообще тотально. Я сейчас встаю в 5 утра, я делаю упражнение «Будь здоров», по секрету открываю тебе, да, занавес, я обливаюсь ледяной водой. В 5:50 у меня уже первая тренировка моего ментального образования. Я теперь педагог взрослого человека, представляешь? Мы с тобой всегда инвестируем деньги и время в своего ребенка. Согласен со мной? Но ребенок такой наполненный, возвращается там, да, со своего какого-то там обучающего места. И что? Мама уставшая, нет инструментов, как генерировать свою энергию, как генерировать свою любовь. Да, мама начинает срываться на дитя. И вот вся эта вот каша-малаша – это без суперджампа. Суперджамп структурирует нашу жизнь, и мы поистине начинаем чувствовать, да, какое мне важно быть. Что я сегодня могу дать своему ребенку? Сколько людей я сегодня могу сделать счастливым, да? И, наконец-то, сейчас я эту жизнь мою величайшую и легендарную не думаю, а проживаю на 1000%, я ее наконец-то чувствую, представляешь? И 1 апреля начался мой первый суперджамп, и оставалось 18 дней после тренировки. Я безотлагательно начала сразу вовлекать людей, да, я не стала думать, так, там, копить какие-то знания. И за эти 18 дней я заработала 71 125 рублей. В тот момент у меня такой был щелчок, думаю, ага, люди есть, знания есть, команда есть, и теперь можно и нужно расти дальше, да. И, соответственно, в середине июля начался мой суперджамп, да, это было непросто говорить, это было непросто, и сейчас то, что я так говорю, не потому, что я такая была, как все говорят, ты, наверное, такая была, нет, я была совершенно иной, не говорящей, да, не чувствующей всего остального, и если ты хочешь, да, приобрести ораторское мастерство, хочешь стать богатым, есть такие люди, кто хочет стать богатым, да, есть такие люди, кто хотят стать здоровыми, есть такие люди, которые хотят, хотите ли вы говорить в потоке, да, хотите ли вы быть заряженными, яркими, харизматичными людьми, за которыми хочется идти, это суперджамп. То есть уже сейчас, да, необходимо войти в этот социальный лифт под названием суперджамп, да, на 1000%, потому что суперджамп – это огромный рост. То есть если ты хочешь завтра стать миллионером, богатым человеком, здоровым, успешным, то уже сегодня необходимо войти в эту среду и быть в ней, понимаешь? Чтобы у тебя был наставник, чтобы был пример, насмотренность, как люди говорят, как чувствуют, да, как проживают нашу величайшую жизнь. И вот суперджамп – наша
гениальная среда как раз-таки позволяет всего этого достичь. Представляешь, легко и просто. Действительно, сегодня самый лучший день, и каждый день благодаря суперджампу он самый лучший. Просто тогда наши родители, да, прадеды, деды, адеды, они жили в тех стратегиях без ментального богатства. У нас есть материальный мир, да, вот, допустим, вот я обычно телефон показываю, он так всех возбуждает. Вот у меня есть подвеска и фломастер. Я сейчас отдам Наталье Литвиновой, которая ушко чешет, и, допустим, Валентине, которая блондиночка в синей футболочке. Сейчас я все это отдам и останусь по нулям, представляешь? А что такое суперджамп? Это бесконечное пополнение твоей копилочки знаний, твоей копилочки энергии. То есть ты отдаешь и получаешь. Классный такой пример. Услышала недавно также у нас на школах. У меня есть яблоко, и у Рифа Величайшего Гафурова есть яблоко. Да, мы с ним яблоками-то угостили друг друга. Я ушла с одним яблоком, и Риф ушел с одним яблоком. Что делает суперджамп? Чем мы отличаемся от других педагогических площадок? Да? У нас конкретное действие, конкретная методика. То есть мы не слушаем, а делаем. Представляешь, только через действие мы можем прийти к результату. Согласен со мной? Только делая, протаптывая дорожку своими ножками, можно поистине прийти к результату. А если ты как прежде, да, как наши стратегии старые, не выбираешь делать, да, тут и не выбираешь наши гениальнейшие жемчужины, то ты останешься ровно в том состоянии, в котором пришел. Поэтому я всегда говорю своим ученикам: готов на 1001% работать? Готов. Ну все, залетай в мой космолет, да, под названием «Путь к себе», «Путь к своей личности». Я вас хочу попросить, чтобы вы одели свою улыбочку, да, и расслабленно слушали меня, потому что вы так серьезно меня слушаете, как будто я тут какую-то презентую книгу. Ты сейчас говоришь прям, ну очень серьезно. Такие серьезные, что случилось. Поэтому, если ты хочешь богатым, счастливым, осознанным, тебе сейчас уже необходимо быть в этой среде. Да? То есть ты здесь на 1000% добьешься всего того, о чем ты мечтал. Да, я здесь научилась ставить цели. Мне вот раньше спроси, о чем ты мечтаешь, Елена? Какие у тебя цели? Ты представляешь, я была в каком, ты хочешь сказать, просрации, да? Ну, потому что все вот так вот, непонятно куда. У меня была одна единственная цель — родить 3 детей, 2 сына и дочь. И больше у меня целей не было. Сейчас, благодаря суперджампу, у меня тотально 24/7 одни цели, я их говорю, я их чувствую, я их проживаю. То есть моя жизнь стала, да, такая легкая, осознанная, в хорошем пожизненном настроении. И я тот вихрь эмоциональный, который входит в любое пространство и забирает все внимание себе. Да, буквально вчера, нет, 1 мая, иду такая крутая, да, я собралась стать суперинтеллект-тренером в этот момент. Иду, я одела самое красивое платье, все, юбку, там, топик, да, я была не в платье, в юбке, топики, иду, а народу уже много, торговый центр, там все стоят в очереди, чтобы пройти, там, какой-то узкий проход. Что делает суперджамп, да, этот огромный ресурс энергии, огромное солнце, они все расступились вот так вот, да, и проходите, вот понимаете, и это энергия, вы понимаете, суперджамп – это энергия на 1000%, когда расступаются все и смотрят все только на тебя, представляешь, мой гениальный человек, и если ты когда-то об этом мечтал, эта среда на 1000% твоя. Кто моя команда? Моя команда и риэлтора, и оценщики, и педагоги, и учителя, и психологи, понимаешь, и бизнесмены. То есть абсолютно люди, ну то есть вот меня взять, я бизнес-вумен 12 лет со стажем уже. Да, я же говорю, что я сытая, у меня всегда есть деньги, деньги любят меня, я их люблю. И когда я услышала в суперджампе про эти возможности, когда мне презентовали программу суперджамп, нашу уникальную методику, я... Вот просто поверила цифрам и пошла. Роберт Рай величайший, да, это делал. Я думаю, господи, ну такой красивый бородатый мужчина не может привирать в своих цифрах, понимаешь? То есть изначально я пошла за деньгами. Чувства у меня были вот в уснувшем состоянии, вот в состоянии семечки, понимаешь? Почему был триггер первые 3-4 дня? Потому что я могу принять, что я королева величайшая, легендарнейшая, а отдать я совершенно не могла, да, там сказать какой-то женщине, мужчине, что ты там такой-сякой, раз такой, крутой, да, и вот каждый день теперь я еще больше учусь наполнять, отдавать, наполнять свою семью, наполнять этот мир. Недавно прошла, я свой близкий круг, ты знаешь, не так часто беспокою, я считаю, что они сами должны ко мне попроситься пойти на тренировку.
Представляешь? И недавно прошла тренировку моя мама. Она целый год думала, чем я тут занимаюсь, да, каким образом, да, там я могу позволить все, что хочу. Ну, еще больше могу позволить то, что хочу. И она зашла на мою тренировку и говорит, ты же гений нового тысячелетия. Понимаешь, ты сколько добра людям делаешь, когда люди на твои тренировки состояние, да, маленького зернышка с тусклыми глазами приходят, а на 10-м дне они плачут от счастья. Представляешь, как это уникально. Поэтому суперджамп – это гениальный продукт. Это ментально богатое общество, понимаешь? Это осознанные, успешные, ресурсные люди. Все же говорят, я в состоянии осознанности, в состоянии ресурса. Да люди, если честно, даже не подозревают и не понимают, что это такое. Да? Сейчас очень модно говорить, да, психологи, коучи говорят, выйдите из зоны комфорта. Я всегда говорю своим ученикам, а кто из нас с тобой вообще был в этой зоне комфорта? Скажи мне, мой дорогой друг. 4 стены и сотка максимум в зарплате – это не зона комфорта, комфорта. А когда тебе с легкостью приходят, да, то есть в наполнении, в отдавании, да, шикарные чеки, прекрасные, там, 300 тысяч рублей, там, 500, да, то есть вот такие моменты, возможности, это еще мало-мало-мало, да, я всегда смотрю на своего наставника и говорю, Роберт Ра, я буду лучше, если он смог, смогу и я, понимаешь? И ты, когда выберешь нашу гениальную платформу, нашу международную ассоциацию, ты должен понимать, что если смог величайший Роберт Ра, если смогла величайшая легендарная королева Елена Голливуд Барк, сможешь и ты на 1000%, если ты откажешься проиграть. У нас нет такого состояния, что не получается. Просто мы чаще всего мало делаем и не меняем свои стратегии. Мы не прорабатываем наши гениальные жемчужины. Скажу тебе по секрету. Когда ты придешь на тренировку к своему тренеру, обязательно и тотально проживай второе задание. Прям приди сейчас, как после нашей величайшей конференции, я хочу, скажи, записаться на тренировку, чтобы узнать секрет второго задания. Я тебе обещаю. Если ты вторую жемчужину будешь проживать 24/7, внедрять-то хочется по столу стукнуть, я обычно на уроке так делаю. Внедрять ее в каждую секунду своей жизни, в каждую мысль, да, твое пребывание, проживание, оно станет просто сказочным, представляешь? То есть не меняя стратегии, не меняя среды, у нас с тобой в жизни мало что могло бы измениться, а у тебя мало что изменится. Поэтому суперджамп – это среда, это позитивный мир, где тебя любят, где тебя наполняют. Ну вот в какой семье, например, люди садятся, да, и вдохновляют друг друга? В какой семье люди говорят, что ты чувствуешь? А что ты хочешь, мой милый, величайший король? А какое блюдо тебе сегодня приготовить? А моя королева? А как ты вот так? Понимаешь, суперджамп – это про это. Это про культуру, да, семейных отношений, про выстраивание взаимоотношений с твоими детьми, представляешь? Когда дети начинают слышать тебя легко и просто, когда совершенно не надо кричать, употребляем 5-е упражнение, не буду говорить какое, чтобы ты пришел к своему тренеру и сказал «я хочу», и прямо его четко со своими детьми прорабатываешь, понимаешь? Все гениально и просто. А суперджамп – это международный бизнес, когда ты, находясь… Вот я всегда говорю, что я строю бизнес в футболке и в трусиках. То есть даже сейчас я перед тобой нахожусь в футболке и в трусиках, понимаешь? Мне не надо одеваться, наряжаться, там, что-то там придумывать, представляешь? Не выходя из дома, да, я могу всегда связаться с любой точкой мира и предложить ему идею стать богатым, биологически организованным человеком, представляешь? Приобрести новую профессию, уникальную. Что такое интеллект-тренер? Да, это уникальная новая профессия. Совершенно, студию Алена как-нибудь в другой раз, да, совершенно новая профессия. То есть, представляешь, сейчас наша ниша абсолютно свободна. Да, и ты, услышав сегодня меня, величайшего гения, моего наставника Роберта Ра, величайшего Евгения, можешь начать и выбирать, занимать эту нишу, представляешь? То есть ты не какую-то, да, уже готовую профессию, а она новая, понимаешь? Скоро в каждом доме будет суперджамп, в каждом доме будет интеллект-тренер, и если ты вот осознаешь это сейчас и начнешь двигаться каждый день, да, каждый день делать шаги, 1000% у тебя будет вот такая реализация.
Поэтому, да, что я продаю? Я продаю на сегодняшний день энергию. Я спрашиваю человека, что ты хочешь улучшить в своей жизни? Нам всегда есть над чем работать, представляешь, величайший друг. Все хотят, согласен, что все хотят энергии? Покажи мне, хочешь ты энергии? Хочешь вдохновения? Хочешь, как ракета с утра просыпаться и говорить, я сейчас победю себя, да? Я всегда себе задаю вопрос с утра, кто, если не я, спасет мир, величайшая Елена, да? Кто, если не я? И вот это суперджамп. До него, конечно, таких вот амбиций и масштаба, и образов мышления, конечно, не было. Поэтому онлайн-профессия, не выходя из дома, не надо там каких-то усилий особых применять. Для того, чтобы выстроить бизнес, нужно всего лишь телефон, представляешь? Интернет и телефон, все. Ни офисов, ни аренды, ничего. Закупать какие-то товары, продукты, ничего не надо, представляешь? Ты сидишь, на кнопочку нажимаешь, привет, величайший, хочешь профессию новую? Давай, полетели. Вот тебе ссылочка, представляешь? Не надо делать огромных усилий, чтобы достичь, да, такого результата. То есть мы мало инвестируем в наш бизнес именно физических действий. Мы ментально отдаемся на 1000%. А вот именно там копать, топтать, здесь такого нет. Поэтому, да, на сегодняшний день суперджамп для меня – это мой образ жизни, это моя среда обитания. Без нее я просто не могу. Ежемесячно я провожу по два потока, по две группы. То есть у меня начинается первый понедельник, новый поток, да, 4 дня выходной, и второй поток по две группы. То есть 4 группы я за месяц со спокойным темпе, с кайфом, с удовольствием, да, то есть отдаюсь людям на 1000%. Поэтому позитивный мир, позитивная ментальность, позитивное мышление – это то, к чему придет каждый осознанный человек. Я сейчас тебе открою секрет. Хочешь? Секрет хочешь выдам? Ну, хочешь или не хочешь? Вот, все, понятно, что хочешь. 90% мира ждут нас, они находятся в состоянии автопилота, они не умеют чувствовать, потому что нас этому не научили, да, материальный мир-то нас учили, купи-продай, а что я чувствую, что я хочу на самом деле, и представляешь, у нас с тобой какое свободное поле, 90%, 98% нам надо с тобой вовлечь в их собственную жизнь. И эмоциональный интеллект, второй тебе секрет раскрываю, в мире находится на уровне каменного века, представляешь? Сейчас, осознав и, да, поняв, что я хочу здесь быть, в этой гениальной среде, в этих 8 жемчужинах вариться 24/7, да, ты можешь открыть для себя новый образ жизни. И, да, то есть доход, да, мы, еще раз хочу сказать, что инвестируя в детей, да, мы инвестируем очень много денег в детей, согласен со мной? И всегда про себя очень, ну, забываем. Да, прочитанная книга, она не дает такого результата, потому что ты ее один прочел, один сложил вот эту библиотеку в очередной раз, Расул, я тебя благодарю, величайший, да, сложил вот сюда очередную книгу, забыл, что надо начать применять, и остался опять при своем стойле. Ну, такое люблю я слово говорить, представляешь? А что такое суперджамп? Ты узнал первую жемчужину? Ага, завтра круг силы, надо держать слово, ответ, что же я скажу? Надо применять. Представляешь, и ты идешь, применяешь нашу жемчужину, и завтра тебе есть что сказать, представляешь, людям. И это гениально, когда есть четкое внедрение на 1000% той информации, которую ты получил. Да, за год, не выходя из дома, в трусиках, повторяю тебе, да, я заработала 2 600 000. Я считаю, что для девушки, да, для сытой девушки это очень огромный, хороший результат. Я пока не ездила еще в отпуск, да, я еще не тратила в масштабе эти деньги. Почему, я сейчас тебе скажу? Потому что мне не хочется отвлекаться. Я хочу вот сейчас прямо, ну, тотально быть здесь, в этой среде, наполняться на 1000% и именно слышать и чувствовать людей, что они хотят на самом деле, да, развивать эту эмпатию. Эмпатия – это то, что дает тоже суперджамп благодаря высочайшим вибрациям. Когда человек приходит к нам на тренировку, он приходит такой хмурый, унылый такой, да, не верящий в себя абсолютно, знаешь, большой склон, который не знает, да, какой он гениальный. Есть же такая мудрость, что когда маленького слона привязывают на веревочку, он его пытается вроде сдернуть с петли, а сил не хватает, представляете, не хватает. Да, Расул, ты правильно говоришь, как только я, вот что такое ментальное поле и богатство, как только я назвалась Елена Голливуд, вы что, вы думаете, через 1.5 месяца меня пригласили сниматься в телесериале, представляешь? Это ментальное богатство.
И это суперджамп. И работает как часы. Все цели наши исполняются вот так. Так вот, да, слоненок рос, рос, пытался первый месяц, второй месяц, третий месяц. И начал расти в таком состоянии, в котором мы находимся с тобой сейчас. Да, не видя, что есть новые горизонты, что можно расширить формат мышления и начать совершенно новую жизнь. Представляешь, слон вырос. Веревочка-то такая же осталась, она не изменилась. Он может ее сорвать в моменте и начать свою новую, счастливую, осознанную жизнь, пойти по свободной своей, да, стезе, да, в тропиках, там еще где-то. Он просто не знает, что он стал сильным. Представляешь? И мы также с тобой, когда приходим в суперджамп, да, раскрывается наш горизонт, ты думаешь... Обалдеть, какая прекрасная жизнь, какие зеленые листочки, как все легко и просто, представляешь, это суперджамп. Поэтому 1 мая я стала суперинтеллект-тренером, это на минуточку, то есть вообще наш бизнес, он гениальный, и только в нашем бизнесе настолько великое сердце у основателя, что он позволяет нам двигаться, да, этапами. Сколько я уже говорю, наверное, у меня время заканчивается, сейчас я заканчиваю. Нет, да, давай, еще минуточку давай, завершаю уже. То есть. Да, и то есть я стала суперинтеллект-тренером, и я, знаешь, когда я нажимала на эту кнопочку, у меня вот вся жизнь перед глазами пролетела, я думаю, господи, вот сегодняшние секунды, сегодняшние моменты только моя жизнь начинается, представляешь? Моя жизнь началась 1 мая 2023 года. Я вообще себя благодарю за это и благодарю вообще весь мир. Благодарю тебя, величайший наставник, передаю тебе микрофон. Благодарю за возможность. Друзья мои, давайте поаплодируем Елене Барк, друзья. Легендарному величайшему интеллект-тренеру, который сейчас уже своими практиками, то есть своей деятельностью как педагог, как наставник, делает мир этот лучше. Да, вытаскивать людей из депрессии, стагнации, благодаря вот этой методике суперджамп, которую мы преподаем. А работают действительно здесь упражнения. Улучшаются отношения в семье, то есть, да, увеличиваются доходы у людей, увеличиваются показатели по здоровью. Это просто колоссально. Это просто колоссально. Но я еще скажу, знаете, кто приходит на суперджамп тренировку? На тренировку приходят вот две категории людей. Две категории людей. Кто приходит вообще на тренировку и кто вообще становится тренером дальше? Вообще для кого эта индустрия суперджамп? Вообще для кого... Ассоциация, Всемирная ассоциация интеллектуального суперджамп и эта индустрия. Для тех, кто хочет, вот первый, то есть, да, кто не может четко, во-первых, так, не так скажу, для тех, кто не может четко себе и внятно ответить на три вопроса. Вот для них суперджамп это. И это методика. Ну, чтобы вот прийти здесь, тренироваться, постоянно развивать себе. Вот это то, что сейчас расскажу. На три главных вопроса. Первый вопрос. Кто я? Многие люди не могут ответить себе, кто он такой. Кто я? Второй вопрос. Куда я иду? Многие не могут ответить себе на этот вопрос. Куда я иду? И третий вопрос. Что останется после меня? Многие не могут ответить себе на этот вопрос. И когда человек приходит на суперджамп, он четко, внятно себе на это отвечает. Четко и внятно. И обретает самого себя. Вот это колоссально. И вот такой блеск в глазах у людей. Это просто замечательно, ребят, видеть это. Есть вторая категория людей, которые сюда приходят, которые четко и внятно уже могут себе ответить на эти вопросы. Кто я? Куда я иду? Да? И что останется после меня? Но он еще не проходил суперджамп-тренировку. Но вот благодаря тому, что он познает эту методику суперджамп-тренировку, он познает причину следственных связей, почему он такой. Причина следственных связей. То есть, да, причина, почему он такой. Почему он такой уверенный, классный. И он теперь, вот этот уверенный человек, не просто сам живет уверенно, зная, кто, куда. Он это раздает другим людям. Своим детям, маме, папе, внукам, соседям, друзьям, коллегам. Он становится интеллект-тренером и становится ментором, наставником для другого человека. В счастливую жизнь, четкую, простую и очень эффективную, осознанную жизнь. Суперджамп – это суперпрыжок, друзья, суперпрыжок к счастью, к богатству, к осознанности, да, и к процветанию, ребята. Всего человечества, вообще бы сказал бы так. Методика настолько проста, ребята, тема наша проста, ребята. То есть у нас есть методика, есть бизнес-технология. То есть, да, она проста, ребят. Приходишь, работают здесь не моя харизма, не Елены Барк харизма работает, не Евгений Ивашко харизма. Работают упражнения, как в фитнесе, как в йоге. Это уникально. Работают упражнения. Представьте упражнения, вот пришел бы физические какие-то упражнения есть, которые человек позанимался и
сахар в крови наш стал нормальный, и семья восстановилась, и классно все, и доходы увеличились. Как классно, только делай вот это упражнение, и все прекрасно. Вот у нас вот так же, то есть мы подходим, ребята, у нас упражнение. Это уникально. Многие ребята, когда познают, кто там в духовной практике были, там психологи, коучи, они так руками разводят, говорят, неужели так можно было? А так бывает, что действительно, что ли, такой эффект? А что так просто? Психологи говорят, нам вот это всем психологам нужно. Всем психологам нужно мира пройти тренировку с рубежами. Потому что они все унылые. И вот эти унылые пытаются сделать других людей счастливыми. Как они могут сделать других людей счастливыми? Унылые, которые не умеют управлять мыслями и чувствами своими. Ну как? Не могут управлять своими состояниями. А? Это просто колоссально. Вот. Кстати, что мы сделали? Вот суперджамп – это шедевр, который родился, то есть методика. Да? Почему этот способ уникален, ребята? И почему тогда способ, методик, упражнениями? То есть это онлайн. Это быстро распространяется. Это бизнес, ребята. Да? И это фриланс. То есть да, это у нас есть партнерская программа, и сейчас это быстро набирает обороты. Почему это важно? Почему это быстро набирает обороты, друзья? Потому что сейчас очень много людей в депрессии, очень много людей в стагнации. Люди потеряли точки опоры. Мир меняется, там новости, вот эта война, там самолеты, ракеты летят над головой. Там, да? Людям многим страшно. Психологи и коучи не справляются и духовной практики, чтобы вытащить их в нормальную человеческую жизнь. А мы массово помогаем. Любой человек обучиться может, это, хоть 18-летний подросток, делать эти, ну, преподавать эти упражнения, или какая-нибудь пенсионерка-студентка, 70, там, 80, 100 лет, неважно сколько тебе лет, преподавать и помогать людям. Любой предприниматель. И зарабатывать, заметьте, достойные деньги. Достойные, чистые. Оплачивать налоги с этого. И это еще и международный бизнес. То есть, вот представляете, как это круто. Да еще партнерская программа, так это вообще замечательно. Вот в чем суть. И мы сейчас быстро растем, потому что рынок огромный, ребята. Это 90% населения нашей планеты, которые не проснулись. Только разбудить надо. Которым надо осознать, кто я, куда я иду и что останется после меня. Представляете, 90% населения планеты, которым нужна энергия, не обесточена, никакой энергии нет. А суперджамп дает энергию. Гарантированно дает энергию. Дает эмоциональный интеллект. Человек становится эмоционально, интеллектуально развитым. Дает коэффициент любви. Человек начинает любить себя больше и людей. Этот мир, доверять этому миру. Да? И коэффициент жизненной энергии, вот это VQ, коэффициент жизненной энергии, который нам так порой не хватает. Кто полетит как ракета сегодня, к богатству, к счастью, к процветанию. Нам нужна энергия. Как вот, как телефон, вот без зарядки, вот да, телефон, все, бесполезная болванка. Машина без бензина, без электричества, тоже бесполезный кусок металла. Так же и человек лежит на диване, у него энергии нет. А суперджамп гарантированно, гарантированно, 1000%, ребята, то есть процентами, дает это при условии выполнения упражнений. Как думаете, нужно ли это суперджамп миру? Нужен. Да? А представьте, сколько сейчас ребят в онлайне, предпринимателей, толковых ребят с огромным потенциалом, с огромным опытом психологов, коучей, духовных практик, педагогов, наставников. Да? Ведь любой предприниматель, да, традиционного бизнеса, сетевого бизнеса, неважно, он уже не чуть-чуть психолог, не чуть-чуть коуч, ребята. Да? А очень чуть, а очень коуч, а очень психолог. И очень, да, у него уже навыки есть, все, у него есть все, потенциал есть, навыки, все. То есть, да, языки знает разные международные, можно на международном уровне заработать. И мы ему даем методику, даем бизнес-технологию. И он начинает здесь зарабатывать. Честно, честный бизнес, платить налоги с этого. Будучи педагогом, наставником для другого человека. Сейчас этих ребят в онлайне сотни тысяч, миллионы, ребята. Они ищут, где же мне самореализоваться. И мне, у меня нереализованный потенциал. Просто-напросто. Где же мне, то есть, да, чтобы это было минимум рисков, да, минимум, ребята, то есть вложений и максимум прибыли. Это идеальный бизнес. А у нас какие вложения? У нас офисов не надо. Интернет есть, телефон есть. Все, достаточно, футболку вот эту сделать. Все. Никаких рисков нет. Мы не зависим от доллара, от индекса Доу Джонса, от повышения криптовалюты, понижения криптовалюты. Мы не зависим от политики, ребята, ни от чего. Вообще, то есть у меня вот сейчас вот в Японии продаются лицензии, я от этого зарабатываю, сидя в России. Кто-то в Америке продает лицензию, абонемент, я за этого зарабатываю, в России сижу. У нас денежные потоки идут. Нормально все. Кто-то в России продает, кто-то в Америке зарабатывает с этого, то есть в Европе. Смотрите, как удачно. Это называется бизнес-технология, которую мы создали.
И сейчас так необходимо многим педагогам, коучам, наставникам масштабироваться в онлайне. Посмотреть хотя бы, присмотреть, попасть сюда, присмотреть, познать это. А как это? Как это? Как это вы такой бизнес-то устроили? А как это можно сейчас прям делать это? Даже в таких условиях, вот сейчас, которые есть. Это же уникально. Поэтому мы растем. Поэтому эта ниша очень привлекательна и очень зажигательна, ребята. Я немножко про себя скажу, так еще про себя не говорил. Мне 46 лет, я обыкновенный человек, такой же, как и вы. Я ручками умею делать все, и корову доить, и отел принять, и кладку кирпичную ложить, и отопление могу сделать, и машину отремонтировать могу вот этими ручками. Я коробки передач перебирал на москвичах, двигателя перебирал, то есть, да, ремонтировал. То есть я все умею. Я обыкновенный человек. У меня была мебельная фабрика в свое время, традиционный бизнес. Банкротство проходил, минус 20 миллионов долгов. То есть сидел потом возле этой фабрики с этими счетами, когда мне приходили, думаю, ну что ж делать-то, как жить-то дальше? Знаете, а так охота была путешествовать, передвигаться, что-то делать. А я 10 лет занимался фабрикой, не мог выехать. Я привязан был к местности, знаете, вот как раб. Бизнес ради бизнеса. И вот я мечтал стать человеком фабрики. Неохота уже фабрики ведь. И вот я пришло вот это дело ко мне в руки. То есть я стал интеллект-тренером. В 19-м году, когда я начинал, еще с долгами со всеми начинали, когда Супержамп рождался. Я был с долгами. Я сидел, ел душерак. У меня даже душевой кабины не было. Я ходил в бассейн мыться. То есть, да, я ел душерак, просрочку даже ел. То есть, ребят, ну так, начинали, еще денег не было в Супержампе. А сейчас, ребята, за прошлый год я заработал 58 миллионов рублей. За прошлый год. За если взять вот год сейчас, который там 62 миллиона рублей, ну, крайние 12 месяцев взять. Чистой прибыли, это чистый профит, с которых я оплачиваю налоги. Все отлично, все по закону, все в законном порядке, ребят. Мы оплачиваем налоги, мы работаем в белую, в чистую. Представляете, как это здорово? Я обыкновенный человек, предприниматель. Все, просто мне стало это интересно. Я говорю, слушай, я хочу быть ментором, хочу быть наставником. Дайте мне методику, дайте мне... Зачем мне придумать методику? Знаете, сколько ее отрабатывать надо, методику? Зачем мне придумать бизнес-технологию? Знаете, как я ставил мебельную фабрику, сколько я там придумал, сколько мне нужно было там придумать, разные бизнес-процессы и так далее. Зачем? Я взял это все у Владимира Викторовича, взял все самое лучшее и сделал лучше. И так каждый тренер делает. Вот в чем суть. И это уникально. Вот что такое профессия. Давайте я еще вам покажу слайды, сейчас включу, ребята, факты. И уже будем завершать, ребята, то есть нашу сегодняшнюю встречу уже подытоживать буду. Итак, друзья. Смотрите, покажу факты и цифры о нашей ассоциации. Факты и цифры о Всемирной ассоциации интеллект-тренеров Супержамп. Мы в 74 странах мира. То есть с этих стран мира к нам приходят деньги, оплачиваются абонементы, идут легко транзакции, ребята получают зарплаты, все прекрасно. То есть, да, хотя бы с одной стороны хотя бы один абонемент пришел или куплена была лицензия, кто-то тренером стал. Здесь уже в этом списке эта страна есть. Допустим, Австрия, там, да, ребята, смотрите. Армения, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Венгрия и так далее, и так далее, и так далее. Все зачитывать не буду. 74 страны основные. То есть вот в конце Япония подытоживает. Да? Более 2000 действующих интеллект-тренеров по всему миру сейчас в данный момент. Ежемесячно проходит более 10 тысяч учеников по всему миру тренировки Суперджамп активных. Методика Суперджамп переведена на 25 языков мира основных. Прям методика переведена на книги, есть такие, написаны переводы. Это английский, китайский, испанский, хинди, французский, немецкий, итальянский, корейский, греческий, русский, турецкий, польский, казахский, еврит, узбекский, украинский, грузинский, румынский, болгарский, кыргызский, татарский, монгольский, венгерский, международный жестовый язык, потому что у нас есть немые интеллект-тренеры, которые преподают. У нас есть, да, и русский жестовый язык есть, да, такой еще есть. Вот у нас ребята есть, которые преподают, и у нас это все переведено. Сама методика, ребята, вот этого Суперджамп, да, она зарегистрирована как торговая марка. Ну, то есть мы знали, знаете, вот мы зарегистрировали психологию, мы зарегистрировали коучинг, мы зарегистрировали йогу. Сказали, это название только мы можем назваться, наш университет только может называться этим названием, Суперджамп, то есть, да. Интеллект-тренер, профессия зарегистрирована как торговая марка. То есть только наша ассоциация может называться интеллект-тренером. То есть, ребята, да? Методика Суперджамп является интеллектуальной собственностью, уже зарегистрирована на двух площадках, как интеллектуальная собственность. То есть яркий фирменный стиль, который сейчас будет набирать обороты, это тренд, ребята, новый бизнес-тренд, вот так вот выглядит, ребята, это будет узнаваемо, как Samsung, как McDonald's, ребята, то есть, да, как Apple, как Nike. Дальше поехали. Юридические лица зарегистрированы в 5 странах мира. То есть, да, США, Казахстан, то есть Дубай, это
Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан, Россия. То есть Монголия, Евросоюз на подходе. Уже скоро тоже там появится. Ну, естественно, Китай, Япония, Латинская Америка тоже уже в перспективах, это ближайшее время. Единая цифровая платформа объединяет 1000 интеллект-тренеров, то есть по всему миру. То есть, да, десятки тысяч уже объединяет. Есть сайт, юридическая, налоговая поддержка, бухгалтерия, все, как деньги начисляются, все-все-все у тебя в кабинете появляется, когда ты становишься интеллект-тренером. То есть вся поддержка и обучение там же, друзья, и обучение. И еще плюс наставники, даже не один, а несколько наставников у тебя появляется, которые тебя обучают и передают все тебе знания, которые они уже приобрели. И вот топ-30 чеков за прошлый год здесь вот озвучивают. То есть, да, вот, пожалуйста, документ прям вот. 58 миллионов 370 тысяч – это вот мой чек за прошлый год, вот, да. Вот, пожалуйста, вот, если вы листать, здесь можно смотреть, ребят, вот этот документ, попросите у ребят, я думаю, вам его вышлют обязательно. Вот Сараулык Бояр вот здесь вот у нас, да, 6 миллионов, вот она у нас сегодня присутствует, сегодня переводит она на монгольский язык, у нее команда здесь. Ребят, все, вот все, что хотел показать, ребят, то есть, да, вот, пожалуйста, чеки, живые, разные страны, из Соединенных Штатов Америки здесь у нас ребята, с Монголии, с разных стран, с Казахстана, с Турции и, ну, в стране, говорю, уже больше 74 стран мира, то есть в нашей ассоциации. Ну что, друзья, родные сердца, все, буду завершать. Что хочу сказать, подытожив сегодняшнее наше событие. Скажу одной фразой, чтобы нам уложиться, то есть, да, в часик, то есть, да, чтобы у нас быстро завершилось сегодня. Скажу одной фразой. Не важно, что вы смотрите, да, важно, что вы видите. Все просто. Вот это вот очень важно. Что ты увидел сегодня? Что? Счастливых людей, позитивных, энергичных, здоровых, эмоциональных, которые могут проявляться, выражаться, общаться легко. Счастливое комьюнити, большие деньги, огромные возможности. Уникальная возможность масштабировать свою личность, оставить след в истории, возглавить перемены на планете, делать что-то новое, не конкурировать, не толкаться в старых индустриях. Что ты увидел сегодня? Не важно, что ты смотришь, важно, что ты сегодня увидел. Вот это очень важно. Так что, друзья мои, родные сердца, здесь наверняка сейчас появились люди, которым интересно, что такое методика Суперджамп, вы еще не проходили. Быстренько постучитесь к своим друзьям, просто пройдите для себя. Можете тренерами не становиться. Просто пройдите, возьмите это себе в свою семью, своим детям, родителям, друзьям, свой бизнес. Вот ты психолог, коуч, возьми себе это. Стань еще больше счастливым. Пройди методику, забери это. Вот для этого просто зайди на тренировку Суперджамп. Ну а кто-то из вас скажет, а я хочу стать тренером. Это тоже быстро к своим ребятам сейчас узнавайте, как стать тренером, какие условия. Хорошо? Все очень просто. Ну что, родные сердца, всех вас люблю, всех вас крепко обнимаю, друзья. Всех вас поздравляю с величайшим легендарным ростом. Ни с кем с вами не прощаюсь. Всем вам говорю до скорого свидания. А почему? Потому что мы неизбежно с вами, неизбежно увидимся на Суперджампе. Или вот сейчас, вот через вот пару дней, там, через 10 дней. Или через месяц, или через год. Это неизбежно. Знаете почему? А потому что Суперджамп дает гарантированно счастье. А вам так счастье охота. Да? Гарантированно. И я это гарантирую. Я даю честное мужское слово. Вы можете так? Я могу. Потому что я знаю точно. Абсолютно. И это колоссально, друзья мои. Говорить, быть честным, искренним и говорить все от сердца. Что думать, то говорить, то и делать. И это Суперджамп. Это суперпрыжок для всего человечества. Ну что, друзья, родные сердца, полетели? Полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию. А потому что процветание человечества зависит от вас. Вы богаты, вы счастливы, и весь мир счастлив. Так устроен мир. Так устроена небесная механика, друзья мои. Полетели, родные сердца.